Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 286. События дня. 1 Петра 4.7. Впрочем, близок всему конец. За 23 сентября 2016 года. Ну, дальше некоторые материалы о немалом деле, которое натворил этот человек. Затормозите, посмотрите. Это во всем мире расследования прошли по этому человеку. И трудно найти такого человека, которого бы так разбирали, смотрели и поняли наконец-то. Вот так. Что он делает, на кого работал. Огромная ошибка для Русской Православной Церкви. Огромная ошибка. Оставил выжженную землю. Сеятель ненависти. Инфекция – оплот человека ненавистничества. Делает из людей баранов. Поймали на дезинформации. Невежество и безграмотность. Создал пугало для устранения неугодных. Это все. Это сделать одному невозможно. Нет, это поддержка до самого высокого уровня. Ну что такое уровень высокий, когда Земля порошинка в космосе? В сознании людей вколочено слово секта, сектовед. Он знает, кто, кто не с ним. Каждый день раздевался, одевался и знал, кто он, с какой целью. Как он внутренне смеяться должен был над русскими людьми. Над руководителями, приглашали его в разные города. Это все раскрутка такая была. И что он сеял? Привел к Богу, открыл образ Христа. Начало конца. Клятвенно связанный с кем? С Америкой, Обама. Официально разрешен сатанизм. Перед уходом все-таки показал, кто он такой. Кто и как запугивает население России. Надо верить в Бога. Его речи оскверняли богопротивные, главного сектоведа. Ну, кто с этим не согласен, представьте, сколько бы людей сейчас здесь было, вот которые здесь... Ну, взята это маленькая часть того, что этот лжепрофессор... Не о том речь, что трогал там меня, нападал. Нет, вообще злодейство высеянное им. Ничего люди не знают. Но знает другой, хуже он сектант. Как сектант? На каком основании? Секта. Все секта. Все, что не с ним, это секта. И при том, люди, которые даже в храм-то не ходят, ничего не знают. Все равно сектант. Создать надо и распространить злобные слухи, сплетни, разрушительные клеветы. Вот смотришь, как-то Томская епархия, сидят там священники Дудин, Самсонов, еще-то судят, а сами нигде ничего не делают. Пусть они покажут работу. Ну и показать наши ресурсы не мешает. Это мой мир. Вот как выглядит. О, пока были здесь, открытку присылал кто-то. Яна. Зачем она мне нужна? Открытка эта.
ничего не пишет, не знает. Открытки научились перекидывать. Что она не дает? Ничего нету. Кто такой? Знать не знаю. Ну, пустое совершенно. Нравится, не нравится фотография. Ты сдвинь человека к лучшему. Это вот наш форум. Все это во свете Библии. Призываем к чему. Это наш видеоканал. Православный канал во свете Библии. Вот. Тут уже сегодня выставил 5 роликов. Посмотрели. И самое большое это у нас сайт во свете Библии. Во свете Библии наш сайт. И самое ценное это 4124 ответа. Без пригляда. Отвечено, как Слово Божие говорит об этом. Ну и спрашивает, какие события. События дня. В деревне. На 10 дворов. Какие могут быть события? А события могут быть очень даже значимые. Работа. Здесь постоянно идет работа. Вот брат у меня священник, отец Аким. Вот вчера он городит, на зиму готовит овец. Овечек держит. Матушка, она агроном. С научным институтом тут сотрудничает. И она семена там какие-то все это. Я не знаю, что-то там на обмен или как. И вот он ставит там шпалы, вход, новый. Какое здоровье-то? Только что отметил 72 года. Работает. Мы отдельно пилили дрова. Старое, что оставалось, эти дома-то заброшенные были. Теперь их перекупили. Ну и целый день там сарай наклоненный, выправляли его, как делать. И непрерывная работа. Непрерывная. И вот уже вечером, 7, уже темняется, в окно гляжу, Володя с тачкой идет, что-то у Надежды Васильевны, там надо помочь, безотказный. Уже в потемках. Я говорю, ну бросьте на завтра. Нет, сегодня сделаю. Вот это ответственность. И когда работаешь, тишина, птиц нету, не поют, улетели ласточки, мошкара вьется в солнечных лучах, дело идет к вечеру, на душе радость. Целый день работали, голову повернешь, сколько сделано за день? За день? Один день всего только. И размышляешь. Вот у меня размышления такие, ну теперь уже доказано, что низвергнутые небоскребы торгового центра в Америке, в Нью-Йорке, это дело самих СРУ, чтобы слово терроризм его вмонтировать в сознание людей, как вот Дворкин слово секта, секта, так террор, террор, террор. И вот террор сразу же в Афганистан вводит войска. Ну, подумаешь, там своих 3000 убили. Да там-то 3 миллиона можно будет убить. То есть весь народ надо настроить на эту волну. Далее показывает, как погибла атомная лодка «Курск». Кто это делал? Что за этим стоит? Почему политика грязное дело? Много пишут про Гитлера. Кто за этим стоит? Люди видят только внешне. Кто? И все показывает. Вот журнал «Огонек», Виталий Короче, главный редактор был, и статья была «Гитлер-основатель Израиля». Не губитель, основатель. А остальное все для профанов, которые не понимают. Вот родноверие. Кто это сделал? Кто? Кто его придумал? Левашов. Но все они внезапно погибают, пораженные чем-то энергией. Или лишь начинает болтать Петров. Вот Константин, генерал, майор, сколько-то. И говорили об одном и том же. Внезапно их нету. Кто побуждает на это людей? Что за этим? Вот так это сегодня создание халифата. Много людей есть недовольных. Я размышления свои говорю, ничего не утверждая. Просто видя, что везде вот это
на этом играет кто-то. Ага, вот допустим, родноверие, язычество, что? Но в России-то так много людей, которые ненавидят евреев, потому что там они такие, то есть совершенно ложным путем мозги настроены. Племя Авраама неприкасаемое, проклят злословящий его, благословляющий будет благословен. Я его благословляю, ежедневно молюсь о мире для Израиля, и поэтому у нас все так благословенно. Но есть люди, которые, я не знаю их, но так размышляю, ненавидят. Но это ненависть, можно столкнуть их людей. В основу заложить родноверие. Это жиды, это придумали. И все верно говорят, но не туда ведут. Жиды, евреи и прочее, масоны. Но надо вычленить из этого. Есть люди, которые Христа ищут, которые находят его. Люди той же нации. А есть, которые составляют вот эти планы. Так вот это ИГИЛ. Много людей, которые ненавидят христианство. А как направить здесь? Много людей, которые по всему миру там действительно взрывы, сами себя взрывают. Ну где их по одному выловишь? Их надо как-то в одно место сгуртовать, а дальше долбить его и авиация и прочее. Чтобы туда это все ненавистные люди, которым не нравится вот этот беспорядок в мире. Это они же тоже добрые хотят, мусульмане-то. Ну добрые же, масоны тоже хотят добрые. Привести к единомыслию, чтобы не было взрывов и прочее. Вот на этом добре, внешне, без принятия Христа, вот мне видится, именно так и сделано. Умышленно те же самые люди, в тех же кулуарах, теневое правительство, там протоколы и прочее. Вот эти точно так же. И в одно место их всех. Они бегут туда. А теперь вместе будут долбить их. И рак их бьет. И кто только с ними не воюет. И сколько там молодежи уже этой погибло. И хорошие люди-то все в ИГИЛе везде. Но мысль такую дали им, что вот вы можете изменить. Весь мир будет мусульманским. Не будет он, потому что предсказано, весь мир будет другим. Придет один правитель из колена Данова, еврей. 3,5 года будет царствовать над миром, и всему придет конец. Близок уже. Близок всему конец. Вот это надо показать. Я не знаю, как показать здесь. На днях мы работали. Показать. Тут я один здесь, трудно. И вот мы нашли вот этот, прям в земле лежал. А что это, говорит, кастет, вот 4 пальца сюда вторкают, вот теперь биться этим. Вот представьте, это свинцовая, тяжелая. Вот она какая, как выглядит. А я обточил, она чистая, блестит сейчас. И на поле нашли вот этот, ну я не знаю, как тут показать, вот висит на цепочке, а Андрей Дроба сделал ручку и надевать, петелька на руку надевать. И вот она, это догоняли с лошади, шар с этими шипами, а здесь отверстие, туда раскаленный свинец, видать, заливался, тяжелая она очень. И вот ей тогда били, там, размажить голову, там, череп пробить, а может быть и с людьми. Вот 3 петельки, это как, и все это запаяно, сварки не было. Это все в кузнице делали. Все как единое сделано. Умно. И вот здесь ставит ручку, он сделал, Андрей. Ну, я потом отдельно покажу. Вот, значит, жили люди здесь, или приезжали откуда у меня, которые не мирные были, или наоборот, мира хотели таким путем достичь. Приехала директор музея Мамонтовского, сильно просила вот эту. Но я не дал, мне ребятишкам интересно это показать. Какие события? Возможно ли здесь события? Работали, видели вокруг себя работающих. С утра до вечера люди работают, посещают друг друга в свободные дни. Вот сегодня суббота, это понятно, банный день и прочее. Начинается вся с молитвы, встаем в 4:40, и так день разномерен, все это уже размерено, и он идет ровно. Вот события, которые здесь, даем свои материалы,
как будто бы ничего не значащее. Значащее, где-то что-то не так, мы сразу обращаемся к Богу, вместе все встаем на молитву. Вот Никита занимается, уже пчелами занимается. Каждый бегает к утру, там вечером где-то что-то с матушкой, она ему там уже, сколько ульев у него есть. Пчеловодство – хорошее дело. Событие это или не событие? Человек, у которого ничего не было, теперь у него большая усадьба. Но у него и руки не доходят, да может и еще и не умеет, не знает. Но уже есть где свой ключ, замок. Володя тут обиход идет, работаем, возвращаем к жизни. Благословен Господь, которая побуждает заботиться о людях, о детях. Мне говорят, родители напуганы, и детей больше тут не будет. Да Бог знает, все были напуганы, когда мы начинали останавливать Потеряевку 25 лет назад. И статус не давали, и депутаты были против. Проходит время, год прошел, и голосуют те же люди уже за, чтобы Потеряевке придать статус. Официально внести в реестр. Вот так. Вчера были против. Слушать никто не хотел. Меня гнали, давили. А потом сделалась такая востребованность. Десятки школ, все техникумы, все институты, все воинские, все, повторяю, все воинские части Алтайского края, все заводы, фабрики, и где и КГБ, и прокуратура, и везде. Приезжали за мной в тюрьме, там, где отбывают лагеря. Я дома редко бывал, и потоком шли Библии через баптистов. Мы покупали здесь, и они, я не знаю, там, ну, по их себестоимости, да, дешевые были. Сколько приобретено новых друзей, люди верующие, которые стали. Вот. Событие это или не событие? А я зэк, сидел. Такое пренебрежение было. И вдруг как раз это, что зэк был, на первое место приходит, меня агитирует, чтобы согласился быть депутатом городской или там краевой думы. Куда я пойду? События. Мы не знаем, как будет. Поэтому, ну что заранее говорить. Молитесь, чтобы у нас было все как есть. А то вроде мы с домами-то с этими возимся, а все это... Зря, ничего у вас здесь как бы. Ну, люди напуганы. Ну, напуганы. У христиан наоборот бывало. Чем больше пугали, тем больше они рассеявшиеся ходили благовествовали. Деяния апостолов, 8 глава, 4 стих. Вот. Я уже не буду сегодня включать гимн. Я просил найти, где кто-нибудь писал или нет гимн сайту. Такая драгоценность. Владимиру Мочалину это понятно. И он написал гимн. Я его неоднократно уже давал слушать во свете Библии. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Отцу и Сыну и Святому Духу.